Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Легенды. Ну что же, сейчас у нас будет босс. Как я и обещал, за кадром я до него дошел. И самое удивительное, что по разным веткам я шел, ребята, и разные истории в этой игре, практически не повторяющиеся. Ну что, давай попробуем все-таки вальнуть босса. Надеюсь, у нас получится. Так, закат озарил небо во мрачном багряный цвет. В общем, мы это все с тобой читали в прошлой серии. Давай смотреть, сможем ли мы вообще с тобой победить здесь. Я думаю, что должно получиться. По крайней мере, мы знаем, как теперь валить этого шамана. Так, мы здесь, ага, пропустить не можем. Или можем? Можем, ребят, пропустить это все дело. Сразу же переходим к битве. Берегись! Тыдыч. Так, это была демонстрация, так скажем, да? Короче, этого босяцкого мы с тобой не трогаем. Не будем на него тратить время. Единственное, что нам надо с тобой сделать... Так, кто ходит сейчас? Лучник. Этот кристалл мы с тобой не трогаем. Именно вот этот мы оставляем, потому что он как раз нанесет повреждение босяцкому. Займемся, наверное, вот этими магами, ну и плюс вот эти вот кристаллы уничтожим. Наверное, так сделаем. Так, поехали, лучник у меня ходит. Вначале уничтожим. Вот так. Угу, отбежим. Так, что здесь мы с тобой сделаем? Ну, давай вот так попробуем. Оглушили, да? Если я приеду сюда... Нет, наверное, вот сюда все-таки надо будет идти и бить этот кристалл. Угу. И, скорее всего, вот здесь тоже нам придется уничтожить этот кристалл. Сейчас посмотрим. Блин! Да что ж такое? Как они далеко бегают, а? Ты посмотри. Еще этот громозека идет. Так, этот очнулся. Ну, сейчас посмотрим, как он влупит. Замечательно. Так, это еще пакость появилась. Этот все тут колдует, все летает. Так, посмотрим, куда он вызывает кристаллы. Этот кристалл с собой не трогаем. Вот этот кристалл не будем трогать. Остальные, в принципе, можно уничтожать. Так, лучник у меня ходит. И я, наверное, сделаю сразу же... Ага, не получится. Хотел ход конем сделать. Твою дивизию, как же мне тогда... А, все, ребят, сейчас смотрите, что я сделаю. Уничтожаем с тобой вот этот кристалл. Это раз. Come on. Нашего гнома переводим сюда. Давай, наверное, все-таки эту пакость уничтожим. Допустим. Дальше. Идем сюда. Подбиваем этот кристалл. Так, а ты, здоровяк, ушатаешь мне вот этого чудика. Смотрим. Да ёк-коломаны, откуда ты появилась-то? Не надо, гнома бить не надо. Так, этот еще подходит. Ну что, сейчас будет большой бум. Еще 3 урона он получил. Так, это еще пока сюда к нам бежит. Ага. Так, смотри внимательно. Вот этот кристалл нам трогать не нужно. Остальные, в принципе, можно разбирать. Да? Так вот, как нам с тобой сделать-то здесь? Мне инженера нужно спасать. Блин, и кристаллы нужно подбить. Так-с, если мы с тобой... Ну, тут ничего не остается, ребят. Только лишь вот таким образом. Так, если мы с тобой отойдем,
Вот на это расстояние и бросим. Хотя вот так вот можно сделать. Все четенько. Этот кристалл мы с собой не трогаем. У него 3 хп у Босяцкого, как ты видишь. Но здесь пакость идет всякая на нас. Всякая на нас бежит пакость. Я перемещаюсь сюда, короче. Ставлю ауру на него, на нашего орка. А здесь мы с тобой сделаем, знаешь что? Оглушение. Да, мы с тобой, наверное, оглушение сделаем. Пускай он тут балдеет. Ну что, давайте активируйте свой луч. По ходу дела мы его грохнули, да? И думаете, храм принадлежит вам? Что? О, нет, 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 нет! Это еще что за громозека? Куда он пошел? Че он танцы тут вытворяет всякие? Только через мой живой труп. Вот этого мне только и не хватало. Слушай, а вот это что за... Что за кристалл он здесь призвал? Я не знаю, друзья мои, что это за кристаллы, но явно ничего хорошего нам здесь не сулит. Как быть? Кто знает, как здесь лучше сделать, как нам поступить? Если мы его траванем, к примеру, проверим, вообще травить его можно? Можно. Куда бы мне лучника-то убрать? Я не знаю, ребят. Пускай пока стоит, наверное, здесь. Ицон! Ицон. Блин, что это у нас? Направляет электрический ток, который наносит урон и оглушает основную цель. Затем ближайших врагов. Попробуем бомбануть сюда. Что-то мне кажется, что я инженера потеряю сейчас. Так, этот кристалл наверняка нужно нам подбить. И этот-то у нас в опасности. Твою дивизию. Ну-ка, проверим. А, у нас есть круговой удар. Слушай, это наше, наверное, ребят, спасение. Да подожди, ты круговой-то будешь делать или нет? Так, смотрим дальше. Бабах! Это еще мерзость там стоит. Она что ли призывает их? Мы с вами, шеф. Все, я понял, ребята, он от этих кристаллов хиляется. Вот оно что. Нифига ты. Короче, нужно с этой пакостью что-то делать. Watch this. Что мы можем с тобой сделать? Ну, кристаллы однозначно надо уничтожать. Мы уже это поняли. А, жизни у него тратится за то, что мы с тобой уничтожаем кристаллы. Окей. Тогда это в корень меняет все. Блин. Что же нам тут сделать? Гном, ты слишком близко, блин, стоишь. Надо как-то тебя отодвинуть, что ли, я не знаю. И уже только после этого бомбить. А он никуда не может сместиться, да, получается? Только сюда. Если мы встанем здесь и вот так вот. Замечательно. Если мы сделаем атаку... Слушай, в принципе... Ага, тут у нас пламя. Нам нужно отойти. Давай-ка я, наверное, вот сюда вот перейду. Фигню я сделал, да? Причем полную. А назад уже не вернуться. Да ё-моё, ну стой здесь тогда, чё уж. Let me at him. Вот тут-то как нам с тобой сделать? Мало брони, мало здоровья. Но этого хлыща по-любаську нужно, ребята, уничтожать или хотя бы оглушать.
Оглушили. Геральт, походу, дело сейчас получит. По полной, блин, программе. Заколят они его или магия запинает. Храм Гросс вновь будет наш. Это еще кто такой? Что за дедок появился здесь? Эх, мой инженер. Инженер погиб, ребята. Что это такое? Призывает свирепого каменного голема, который сражается на его стороне. Оу. Да ладно, серьезно что ли? Да. Я же хотел, блин, призвать голема. Ёпрасоты, а. Ну-ка. Ага, кристалл уничтожили. Упс. Give me a target. Давай вот сюда, наверное, влупим. Воу, все что ли? Очевидная победа. Ульгакхай наш. Пора пресечь на корню. Ну, как мы сюда попали? Мы можем помочь. Прыгайте в портал. Ну, ничего себе. Доктор Стрэндж прям какой-то. Ну что, мы с тобой прошли этого босяцкого. Так, опа. Лучничек прокачивается, и у нас появляется новая способность. Также и у орка. И даже инженер. Так, что там у них такое новенькое появляется? Отвоюйте храм Гросс у троллей. Это мы с тобой сделали. Ну что, я так понимаю, у нас должна открыться новая история. Ух ты. Новое приключение. Угроза извне. Вот она. Какой-то глаз мерзкий. Так, ну что, нам надо идти сюда, ребята. На угрозу извне. Бежим. Угроза извне. Мы наконец достигли пламенного разлома, главного места обитания сектантов. Изменения пустошей наглядно демонстрировали влияние секты. Время совсем на исходе. Наша легендарная битва началась. Так она уже идет, фиг знает сколько времени, наша легендарная битва. Они думают, что могут помешать нам достичь просветления. Мадам Эриза, герои, как бы это сказать, скоро будут здесь. Отлично, пришло время показать им истину наблюдателя. Кстати, портал почти готов провидеться. Но еще так много нужно сделать. Угу, много нужно сделать. Прикажи священникам, продвинутым до отродий, пошевеливаться. Потом наградим их, дадим шанс служить великой всевидящей. Ступайте, враги, все ближе и ближе. Слушаюсь, провидица. Нужно подготовиться к новым последователям. Гнилое сердце, мы пришли к пламенному разлому, где влияние ока сильнее, чем где-либо. Его сила воскрешает мертвых и приводит в ярость местных демонов. Время на исходе. Положим конец этому безумию. Так, и где же мы начинаем-то? Я не вижу, где мы вообще находимся. А, мы наверху. Так, я думаю, что надо, наверное, вот сюда вот пойти. На халявку. Так, что у нас тут? Рубите их, ребята. Так, многоногая пещера. Пересекая пещеру, мы увидели множество извивающихся щупалец, бросающих из пола и стен и преграждающих нам путь. Стоило нам приблизиться, они тут же попытались нас схватить. Рубить их, либо пробиться наружу. Ну, давай рубить. Отлично. Получилось. Мы отрезали пару щупалец, но на их место быстро выросли новые. Поэтому команда поспешила продолжить путь. Это был воодушевляющий побег. Угу, воодушевляющий, отлично. Так, куда мы с тобой дальше рванем? А тут только один путь, ребята, вот сюда. Пылающий камень.
Услышав громкий взрыв, мы повернулись и увидели огненный камень, извергнутый далеким вулканом и катящийся к нам с огромной скоростью. Так, уничтожить, уклониться. Давай попробуем уничтожить. Да, у нас получается, ребят. Не раздумывая, мы нанесли мощный удар точно посередине камня, после чего тот разлетелся во все стороны. Такой впечатляющий подвиг придал нам уверенности. О, орк у меня вообще радостный. Да, пупение просто. Так, ну что, двигаемся дальше. А кто это нас там впереди поджидает? Мумия, что ли, какая-то? Или там скелеты? Сейчас проверим. Покончим с этим. Так, тут сектанты и скелеты, ребята. Сектанты и скелеты. Я не знаю, что эти враги пока делают. Приближаться мне к ним слишком сильно и близко не хочется. Давай, наверное, вот так вот. На расстоянии. Постоим пока. Но эти мелкие скелеты, я так понимаю, ничего нам не сделают. Хотя стоит проверить. Ага. Да чтоб тебя... Давай-ка траванем. Он травится, интересно, скелет-то? А я ему по барабану. Вот так вот. Его нельзя травить, потому что он якобы не живой, да? Ладно, этого мы с тобой уничтожим. Так, мне кажется, что вот этот скелетик сейчас встанет. Или это мне только так кажется? Ну-ка. Сколько у нас здоровья-то? Я... Блин, подожди, give me attack. Давай, да куда ты еще поближе встань и атакуй вот эту вот сектанту. Окей. Слушай, вот эти скелеты, которые лежат, что-то они там глазками елозят. Мне такое ощущение, что они сейчас встанут. Надеюсь, я ошибаюсь. Он оглушил меня. О, нет. А знаешь, почему мы погибли? Потому что они пробивают, ребята, броню. Они ее пробивают. То есть у нас броня осталась, а здоровья нет. Ну, против этих заклинателей... Твою налево. Я все-таки, ребят, не ошибался. Эта мерзость встала. Блин, нам тогда... Ёк-макарёк. А вот это хреново. Слушай, я, наверное, все-таки уничтожу вот эту пакость в первую очередь. Давай мы ее рубанем. А теперь займемся скелетами. Причем... Да ладно, блин. Здорово начали мы с тобой играть, я тебе скажу. Очень здорово. Они меня сейчас будут глушить. Нет, подожди, вырубили одного. Контратаку делай. Почему ты не делаешь контратаку, а, парень? Вот как-то так мы с вами поиграли. Ребята, сфылились на второй битве. Ты прикинь? Я ведь так и думал, что эти скелеты вшивые будут вставать. Так, ладно. Здесь нам понадобится, скорее всего, уже не ближники, а, скорее всего, побольше дальников. Ну, у нас, слава богу, с тобой есть очень много персонажей. Брукса, Олах есть. Разрядчик, волшебница. Кого возьмем? Давай попробуем взять Олаха. А, это главный герой. Хотя пускай будет главным. После поддержки восстания Везнана Олах погрузился в поиски, чтобы помешать всевидящему культу призвать древнее зло в это измерение. Так, мы его берем с тобой как главного персонажа. Так, лучника оставим. Орк-мясник, наверное, тоже оставим. Да. Ну что, попробуем именно вот такой командой, друзья мои, поиграть. Начать. Я вот этим Олахом в свое время, ребята, прошел одну из частей. Предпоследнюю часть именно за Олаха, ребята, играл и довольно неплохо. Так, ну что, двигаемся тобой сюда. Сейчас посмотрим, как он здесь себя проявит. Против этих скелетов. Так. Анализировать ситуацию. Открыть сундук.
Давай, наверное, анализируй ситуацию для начала. Так, и что? Мы осторожно изучили статуи и выяснили, что они на самом деле были горгульями. Мы не знали, что делать дальше, ведь приближалась ночь. Уничтожить, запечатать, Мы решили наложить на них заклинание барьера, чтобы предотвратить их трансформацию. Взяв угрозу под контроль, мы начали грабить сундук, прежде чем продолжить свое путешествие. Нормуль. Грабанули так. Ну что, опять эти скелеты. Давай посмотрим, как у нас получится с помощью олуха здесь играть. Наш путь преградил огромный валун. Взобраться на валун или передвинуть? Ну, давай попробуем передвинуть. Да что об тебя, блин? Мы долго пытались отодвинуть валун, но безуспешно. Выбившись из сил, мы решили повернуть назад. Твою налево, теперь, блин, у меня орк взгрустнул. Ну, еще бы. Сейчас посмотрим, как мы будем тут против этих скелетов. Гости пожаловали. Мы пришли, чтобы вас уничтожить. Это уж точно. Что-то мне кажется, что тут, по-моему, скелетов стало больше. Или это только кажется мне. Ну-ка, проверим. Что-то как-то жиденько. Так, ну что, здесь, наверное, отбежим. Надо этих колдунов валить в первую очередь, мне кажется. А почему я не могу, например, останки уничтожить? Ты посмотри, какой мелкий, а, прыщ. На! Bring it on. Ну и что? Сюда идем. I'll deal with you. Печать жертвоприношения. Поджигает область в радиусе одного шестигранника. Применяя оглушение на персонажа в непосредственной близости и ожоги всех персонажей, которые передвигаются по заданной области. Ну-ка, проверим. Вот так вот, да? Оглушает, плюс поджигает. Так, контратаку сделай, пожалуйста. Watch and learn. Лучник, иди сюда. Трави эту гадость. Так, она оглушена. Но она должна, да, поджариться. Станет. Ёк-макарюк, а почему так мало здоровья у нас? Олох у нас не танк, поэтому, ребята, сколько у него хп вообще? Мало. Твою налево. Ну и как тут быть? Ну давай сюда. Полыхнул, короче, да, чувачок? Give me a target. Это пакость еще там стоит. Точнее, встала. Точнее, она и стояла. А у меня добить-то ее не получается. Давай тогда этого скелета. Блин, олох сейчас погибнет. Ну и как тут быть? О, друзья мои, это какой-то трэш. Но даже если я сюда отойду, они сейчас все равно все встанут. Скелеты опять все встанут. Ну и что же тут тогда получается делать надо? Офигенно, ребята, играем. Ладно. Переигрываем. Ума не приложу, как же мне с ними тут разобраться? Почему у нас так орка быстро зафигачили? Я не понял, если честно. А, у нас, наверное, было мало здоровья. Так, подожди, давай соберем другую команду тогда. Олох тут вообще что-то как-то проявляет себя не лучшим образом. Брукса. Обеспокоенная внезапным дисбалансом между силами жизни и смерти, Брукса решила узнать больше и остановить тех, кто стал ее причиной. Давай попробуем выбрать Бруксу. Так, вместо орка
Вместо урка мы с тобой возьмем. Я возьму, наверное, вот так вот. Опять же, у нас нет танка, да, получается? Есть рыцарь. От рыцаря толку мало, мне кажется, будет. А с другой стороны, что мы теряем? Давай возьмем рыцаря. Выбрать, ставим сюда. Попробуем вот таким вот образом. Надеюсь, прокатят. Это все мы читали, это мы не будем. Начинаем приключение. Поехали. Слушай, может быть, нам отсюда начать? Может, хоть какое-то разнообразие у нас получится? Да, скелеты, блин, это, конечно, трэш. В сторону! Мы вам не враги. Правда? Это наша земля. Вуду тайм. Вуду тайм. Время вуду. Что это такое? Поражает врага страшным колдовским взрывом. Урон 3 единицы. Хм. Сколько у нас здоровья? 5. Давай посмотрим, как это работает. Фигня какая-то. Так, а 100% тот вон вдалеке, который уголек подбрасывает, будет бросаться им. Что вот это у нас за удар? Бьет врага щитом, нанося урон и оглушая. О, в дальнейшем это пригодится. Слушай, а что это за черепок такой вокруг нас летает? Come on, давай так сделаем. Опа. Бросает череп, который увеличивается в размерах и кусает цель. При использовании расходует весь резерв черепов, увеличивая урон, скажем, последующим черепом. Хотелось бы мне на это глянуть. Слушай, вот это круто. Фига там бумкнуло. Ах ты, узбек, ну нафиг. Уничтожил Бруксу. Просто взял и уничтожил ее. Да что ты, блин, вы издеваетесь сейчас, что ли? Я не могу понять. Че ты? Давай с тобой попробуем вот этого волоха. Нафиг. А, он еще, оказывается, горит. Помнишь, что вулкан делает? Слушай, если он еще раз бомбанет по мне, а он бомбанет, то мой рыцарь отдуплится. Знаешь почему? Потому что он бьет магией. Да. Я уже не знаю, что нам делать здесь. Прикинь, это третий раз подряд мы с тобой погибаем. Я уже не знаю, какую команду здесь взять. Старая школа не работает. Новую школу надо практиковать. И как? Не могу врубиться. Начнем приключения, погнали. Нам бы просто, видишь, немножко раскачаться. Теперь оказывается вот эта вот магия, которую они бросают, ребят. Так, игнорировать. Закрываем. Которую бросает, а она не помогает против брони. То есть просто прожигает и все. Что, у нас монетки есть? Есть. И мы можем с тобой... А, мастер брони. Ну вот так вот сделаем. Хотя магу, мне кажется, броня это вообще по барабану. Беги, сектант, беги. Откуда ни возьмись, дорогу преградил один из последователей секты. Погодите, воскликнул он, увидев, что мы схватились за оружие. И я вам не враг. Все в этой секте настоящие. Настоящие безумцы. Хочу вернуться домой. Так, узнать больше, припугнуть его. Узнать больше. Фиг там чего, а не больше. Мы решили сыграть в доброго и злого стражника и допросить его. В команде разгорелся спор. Никто не желал быть добрым стражником. Мы наконец пришли к согласию, но сектант уже и след простыл.
Пока мы там спорили, он, ребят, просто-напросто смылся. Вот и все. Блин, опять эти демоны. Слушай, надо было брать нам... Ой. Действуйте осторожно, ребята. Нам не нужны обугленные герои. Так это понятно, что нам не нужны обугленные герои. Ну вот как вот с этими быть? Ух, ёк-макарёк. Их смотри здесь сколько. Ицон! Ицон. Бегут, 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 пакости мелкие. Чё он там бубнит? Есть рыцарь, рыцарь вообще ходит маленько, ребят. Блин, тут два этих, смотри. Видишь, они пробивают броню, они вообще игнорируют. Глушим. Ага, глушим-то мы только. Фига. Слушай, ты заколебал, ну серьезно, блин. Все, опять мы потеряли Ирзу. Трындец какой-то, это полная фигня, ребят. Че это за герой, который с одной плюхи погибает, блин? Не, тут не варик. Все. Сдох, рыцарь. Вот как тебе такой расклад, а? Да, короче, понятно, тут не жить нашему этому инженеру. Слушай, я ума не приложу. Просто и не понимаю, как здесь быть. Что нам нужно сделать? Они бросают свои эти огонечки. Выбираем, короче, с тобой нашего волшебника. Попробуем по старой школе сыграть. Лучник. Лучник и... Геральт. Самая первая наша команда, которую мы начинали играть. Попробуем, ребят. Щит у нас есть. Можно, конечно, поменять сложность на изи, но я не хочу, ребят. Будем играть на войне. Так, и тут выбор. Драться либо со скелетами, либо с демонами. По мне, так лучше драться со скелетами. Скелеты хотя бы по броне бьют. То есть Геральт, он может защититься здесь. Погодите. Что-то здесь не так. Ой. Да-да-да, вот тебе и ой. Watch this. Поехали. Ага. Но здесь можем встать поближе, потому что все равно мы его, наверное, уничтожим. Ну-ка. Рассыпался. Here I come. Так, щит стоит ли нам применять? Я думаю, что нет. Или все-таки стоит? На всякий случай, ребята. А вот этот случай только что был. Give me a target. Минус. Так, отойдем, наверное, сюда, в сторонку. Focus. Focus. Нет, тебе нужно подойти тогда, получается. И чё толку, подошли мы. Пропускаем ход. Видишь, тут, по крайней мере, хотя бы по броне бьют. You wanna live forever? Нужно пытаться как можно быстрее их уничтожить. Пока эти не встали. Твою налево, он уже встал. Он уже встал. Ага, рассыпался. Стой. Уничтожаем этого теперь. То есть по ним нужно два раза бомбить, друзья. Два раза. Так, Геральт, ты, главное, не падай у меня, окей? Этот встал теперь. Слушай, давай вот так вот сделаем. Переходим сюда, а?
В плане, ты, блин, не можешь бомбить. Все, нет? Так, хорошо. Первый поединок мы с тобой подрались, справились. Но это был только первый. Так, здесь сейчас будем с тобой что-то делать. Астральный сектант. Откуда ни возьмись, перед нами вырастает таинственная фигура в мантии. Вашим попыткам помешать всевидящий пришел конец, воскликнул сектант. Незнакомец призывает шар темной энергии, швыряет в нас, затем исчезает. Так же таинственно, как и появился. Укрыть друзей за щит. Так, поднять магический щит. Отразить взрыв. Давай попробуем укрыть. Да чтоб тебе, блин! Несмотря на опасность, я прыгаю вперед, чтобы защитить друзей от атаки. Взрыв у меня отбрасывает назад, удар нанес мне сильный урон. Пипец. Пипец, и нам не хильнуться с тобой. Ладно, пойдем, может быть, добредем все-таки как-нибудь до этой палатки или что там у нас. Спа-курорт для демонов. Мы заметили группу демонов, отдыхающих в ближайшем кратере лавы и хвастающимся своими последними грабежами. Недалеко от них наше внимание привлекла куча золота и разные товары. Ограбить... давай спугнем, потому что тут больше шансов. Оу. Мы удивили демонов точным залпом снарядов, заставив их бежать и оставить свой тайник с украденным. Мы взяли все, что могли, прежде чем двинуться дальше. И что же мы тут взяли? Ага. Повышение, ребята, уровня. И я хочу, наверное, сделать на мага. Заморозку возьмем. Так, а теперь давай попробуем залечить наши раны. Так, дарит очки благословения. Сюда поставим. По идее, нам бы отдохнуть надо, но некогда. Нам нужно с тобой выдвигаться. Блин, и тут сектанты будут, прикинь. Тут будут, блин, сектанты чертовы. Ну а что делать? Сектанты — это не скелеты, хотя, мне кажется, здесь и скелет. Ух, ёк-макарёк. Фу, воняет серой. Осторожно, ребята. Так, эти убийцы очень быстро и далеко бегут. Ну что, наверное, мы сделаем с тобой вот так для начала. Твою налево, он еще и выжил. Вот это вот мне не нравится, ребята, желтая фигня, которая пыхтит. Мне кажется, она будет истощать какой-то газ. Хотя, кто его знает, что он там будет делать. Так, минус сектант. Мне бы путника найти четвертого. Give me a target. Ну что, рискнем? Блин, ну вот ты серьезно сейчас. Ну, что за детский сад, а? Что это за детские такие атаки? Ну что, мне придется, наверное, вот сюда вставать. И при этом еще... хотел щит установить. Установил. Ну что, давай волшебника уничтожьте. Чего ж там? Слушай, а заморозка у нас действует... вот так? Оу, так это ж круто. Мерзость ползет к нам. Слушай, а если я травану эту мерзость? Так, нам надо встать куда-то поближе сюда где-то, да? И травануть. Бурлякает еще что-то там. Здесь нам надо взять с тобой вот так. Угу. Хорошо, что мы щит взяли. Хаукас. Так, погоди-ка, Визнан, наверное, ой, Визнан. Ну, мы, наверное, его сюда уберем. Отсюда уже бомбанем, да?
Ну, как бы сказать, неплохо. Ёк-макарёк, не надо, только не надо. Не надо. Бедняжка-лучник. Получил столько урона, а. Столько, ребята. Да почему ты, блин, ходишь и все, не можешь сделать ничего? Ну все, сейчас нас уничтожат, ребят. Заморозка сработает, надеюсь. Здесь-то она сработает. Ну, 3 урона ты сможешь нанести? Отлично. Хотя бы здесь повезло. А эта мерзость идет. Что там сквозь лед? Не надо подходить. Все, крышка нам, да? Ребят, ну вот как тут можно играть? Я не понимаю. Погоди-ка, если я, например, встану сюда вот сбоку, да ты можешь убрать заклинание свое. Ты сейчас издеваешься надо мной, что ли? Я не пойму. Вот сюда перейти и, например, сделать вот так. Че это он сам себя уничтожил? И щупальце появилось. Блин, это щупальце. Я не знаю, что он будет делать. Давай так попробуем. Да ну! Это трэш. Друзья мои, это просто какой-то трэш. Тут нам нужны танки, блин, там нам нужны маги. Фиг его знает, что делать. Поражение. Как тут еще быть? Йетти. Разблокировали мы с тобой нового персонажа. А кто такой Йетти? Хотя Йетти довольно мирные создания, они очень ревностно относятся к своим территориям и пойдут на многое, чтобы остановить захватчиков. Если один из них будет на нашей стороне, можно рассчитывать на свирепого союзника. Да? Прям на свирепого союзника? Ну что, друзья мои, протестим. Мне почему-то кажется, что разрядчик будет лучше, чем маг. Так, это моя... Какая попытка-то по счету? Я уже... уже сбился считать, друзья. Начнем, начнем, блин. Пойдем вот сюда. С демонами, честно говоря, неохота мне сталкиваться. Особенно против их магов, я не знаю вообще, как там можно бороться. Твою, блин, налево. Итак, тролли, не смогли вас остановить. И тебе нас не остановить. Фига себе, ты посмотри, какой у нас йети здоровый. Я думал, он будет поменьше. Фиг ли твой камон. Сейчас они нам тут врежут, блин, да выделываешься. Магистр кислых щей, иди, он стоит там сзади. И не вякай. Так, сектанты, чертовы. Может быть, звездануть одного, а? Так, а у нас у Йети, слушай, довольно неплохое количество ХП. А давай вот так вот мы, наверное, постоим с тобой здесь. Вот так вот сделаем. Угу. О, там их дофига, ребята. Что он делает? Бьет выбранного врага и... врагов за ним, отбрасывай их. А это... бросает шарики грязи в цель, нанося урон ей и всем врагам в радиусе одного шестигранника. То есть, этой фигней он может бросаться. Проверим. Оу, слушай, такой боец нам как раз-то и нужен. Блин, сейчас затыкают.
Бросай давай свою пукалку. Гады, а. Smite the unholy. Ну что, тут ничего не сделаешь. Тут в защиту. Так, сектанты зашевелились. Смэш, бей. Рассыпался. Так, подожди, вон того, наверное, надо. Щупальцу вызывай, да? Точно, вызвал щупальцу. Сдулся. Минотавра сейчас Йети, скорее всего, нам уничтожат. Слушай, а он, кстати, восстанавливает себе одно здоровье. Ну, один ход, одно здоровье восстанавливает. Вот что я заметил. Come on, come on, come on. Давай так сделаем. You wanna live forever? Так, защитим нашего Йети. Теперь сделаем бросочек. Вот это круто, вот это мне нравится, что он делает. Опа! Ого! Кто бы мог подумать, что она превращается в такую пакость. Пойдем сюда и ударим. Сколько у него? Ну, у него дофига здоровья. Но мне нравится, что вот он восстанавливает себе здоровье. Вот это на самом деле круто. У Йети офигенная, как сказать, пассивка. Угу. Так, 4 хп отнимаем. Блин. Ну, он ходит очень мало. Всего одну клетку. Взорвался. Он хотел меня этим уничтожить, да? Гаденыши такие. Не тут-то было. Йети хорош, но ходит на одну клетку. Не знаю, ребята, есть ли какое-то в этом преимущество. Так, ну что, пошли дальше. Вот со скелетами, я думаю, Йети зайдет нам вообще на ура. Почему-то снежные Йети ходили офигеть как далеко. Я имею в виду противников, а наш... Так, обиженные, будто у них собак отняли. Хватит шуточек. Ну, я серьезно. Блин, скелеты очень быстрые. Далеко бегут. Ну, если встану сюда, к примеру. Через щит. Будем играть. Этот восстанавливает себе здоровье. Так, если ты сюда подойдешь... Ну-ка, если сюда вот кину. Ну что это было? Ну хватит, ты успокойся уже. Come on, come on, come on. Так, скелет рассыпался. Встали бы они вокруг, да? Вот этой гадости бы. Я бы пшикнул бы хорошенько по ним. А может быть, так и получится сейчас? Смэш. Не получится. Хотя, погоди. Что-то не выходит. Так, этот оглушенный. Forever. Мы этого можем бомбануть, а смысл? Отойдем-ка, наверное, сюда. Постоим. Ё-моё. Что это он здесь? Оглушил Йети, посмотри на его глаза. Вон того с тобой чпукнем. Пускай лежит. Балдеет. Этот вскочил. Что там сделать? Давай-ка, наверное, вот так вот я сделаю.
Устанавливаем. Вот сейчас будет великолепно. Смотри. Не понравилось им. Come on. Так, подожди-ка, инженер, отойди оттуда. Рассыпался. Вот сектант подключился, это плохо, друзья. Smite the unholy. Теперь этого валим. Так, этот у нас оглушен, но он может ходить. Сейчас будет бежать, так. Хм. Слушай, если мы бросим с тобой, давай, наверное, так и сделаем. Блин, бедный мой Йети погиб. Чего, и Геральт, что ли, погиб? Нет, он оглушен. Макарек, а? Как вы мне дороги, скелеты несчастные. Да я же вроде его убил. You wanna live forever? Я просто уже не знаю, как тут быть. Ну. Допустим. Добить ты этого хлыща. Явилась. Королева, блин, бензоколонки. Ну все, тут крышка нам, походу, дела, друзья мои. Что я тут могу сделать? Геральда завалили. Сколько их нужно валить, чтобы они погибли, а? Скажи вот мне на милость. По 10 раз, что ли, блин? Давай, скелетоша, еще ты вскочи здесь. 3 урона. Ох, все. Приплыли, блин. Да что ты тут сделаешь? Уже ничего не сделаешь. Ну, бежим мы с тобой. Ну, шваркнем этого гаденыша. Этот-то доползет до нас? Хотя... Хотя... Если мы... Подожди-ка секунду. Давай-ка бросим. И будем сейчас убегать. А я больше не знаю, ребят, что здесь еще можно сделать. Не трогаем его пока. Поздно. Поздно, ребята. Ну что, очередной наш забег. Начинаем приключение. Поехали. Пойдем через верх. Мы услышали громкий визг из ближайшей пещеры, который становился все громче с каждой секундой. Мы изумленно наблюдали, как бесчисленная орда голодных крыс неслась прямо на нас. Отвлечь их. 700 сфер минус одна пайка, ребят. Нам пришлось так сделать, иначе бы нас раскручили. Твою дивизию, а тут у нас демоны. К нам направилась большая группа сектантов, семеняющая друг за другом. Мы приготовились к неравному бою, но они даже не заметили нас и прошли мимо. Стало ясно, что последователи находились в неком трансе и направлялись в ближайшую пещеру. Следить. Мы неслышно последовали за ними, чтобы узнать больше об их обычаях и ритуалах. Узнав достаточно, мы вновь отправились в путь. Совсем другое дело. Так, ну-ка давай здесь улучшим. Что это у нас такое? Яростно поражает врага, нанося урон и отбрасывая оглушение. Допустим. А вот, ребята, и демоны. Противные, а? Как нам с ними драться? Не знаю. Сейчас они нас тут заплюют, да и все. Своими огонечками.
Ну и сколько тебе еще? У них тут каменный голем. Эй, братан, сделай что-нибудь веселенькое. Как-то печально. Да, давайте повеселимся с ними. Ты жук. Повеселимся с ними. Ну что же, будем, блин, веселиться как-то. Иди отсюда. Так, бегут, бегут, бегут. Этот сейчас будет бросать свою пакость в нас, скорее всего. Скорее всего, будет бросать пакость. Ну, блин, големище ползет. Слушай, что это у нас поражает врага? Давай я, например, встану сюда и... Да, это еще и ближний бой получается, да? Ну, давай так вот сделаем. Допустим. Здесь поставим с тобой защиту. В кого он... Твою дивизию. Да как вы, блин, добегаете, засранцы чертовы, а? Бросаем. Голем тут еще, блин, ползет. Че, попробуем с тобой эту штуку? Какая-то фигня, если честно. В кого он там? Угу. Так, у него 4 хп. У этого заклинателя. Smash. Подожди ты со своим смэш. Давай-ка мы его, наверное, уничтожим. Вот так-то. Smite the unholy. Добьем этого. Так, передвинься сюда и бомби в голема. У голема офигеть сколько здоровья плюс броня. Макарек, нифига он ударяет. Поставим с тобой защиту на всякий случай. Кэмэн, ты довольный, радостный. Он оглушен. А ну-ка. Так, он остался без брони. Я подходить к нему близко не буду, потому что он делает офигенный какой-то удар. Массовый причем. Я лучше вот так вот. Ать. Две хпшки у него остаются. Добиваем говнюка. Ага. Он себе регенит. Он регенит себе броню. Вот что я заметил. Но это ему не поможет. Отдуплился. Фух. Победа, друзья мои. Так, что у нас там дальше? Веревка, сферы, все отлично. Угу, мы можем пойти вот сюда, тут вопросик. А там оролить. Ну давай сюда зайдем. Просто посмотрю. Ради любопытства. В заброшенном на вид лагере стояла большая палатка. Мы решили ее смотреть. Внутри оказались различные предметы, книги и даже небольшая статуя с зеленым кристаллом. Так, использовать заклинание свитков, прочитать книги, коснуться статуи, забрать ценности и уйти. Блин, давай использовать заклинание свитков. Изучив свитки, мы нашли заклинание силы и решили испробовать его на себе. Вскоре мы услышали приближающихся сектантов и сразу убежали. Что это еще за гроза такая у нас? А что это? Офигеть, ребята. Почему мы какие-то в грозе все? Так, а что это такое у нас? Стреляет в небо электрическим зарядом, который поражает цель и случайного врага. Цель и случайного врага. Это мне годится, ребят.
Ну что, у нас сектанты впереди. Может быть, нам лучше хильнуться с тобой? Как думаешь? Палатка, палатка. Ай, ладно. Погнали. На сектантов, ребят. Однажды мы повстречали путешественницу, поговорить с ней. Незнакомец оказался собирающим коренья знахарем. Духи говорят, что они пригодятся нам в дороге. Присоединиться, кто ты такой? Знахарь. Подтверждаем. Я сейчас тупанул, да? Да, ребят, я тупанул. Я отказался от знахаря. Трындец, блин. Молодец, Рэй. Подтвердить, там, видимо, было подтвердить, взять или не взять. Я подтвердил, чтобы его не взять. Молодец, ну и как мы тут. Итак, все готово к ритуалу. Не с места. Вас в детстве манерам не учили? Эти сразу фанатики бегут, блин. Блин, ну как же я тут без знахаря-то буду теперь, а? Вот из-за такой ошибки, ребята, будет фейл. 100% тебе говорю. Угу. Давай попробуем вот это заклинание. Ну, неплохо. Если я встану сюда и бросим вот эту пакость. Щит. Активируем на нашего йетти. Тут этих две пакости. Так, этого добьем. Блин, тут как сделать, а? Может быть, перейти, уйти. Давай уйдем, наверное. Переждем, так сказать, невзгоды. Именно здесь. Эти фанатики пускай сами к нам бегут. Перекурим. Так, ну что, сейчас будем, ребята, бросать нашим инженерам бомбочку. Ведь будем бросать? Конечно, будем. Сюда, наверное, да? Нет, сюда все-таки. Пускай он пока будет там оглушенный. Смэш. Этого раздавим. Так. Пришла пакость, да? Сейчас мы ее уничтожим. Кого? Так, вот эти вот две пакости, которые здесь ползают. Мне они тут даром не нужны. Как-то нужно с ними справляться. Так, этого подобьем. А вот, ребята, и ответ. Блин, я немножко не так сделал. Ладно, ничего страшного. Че, вот так, наверное, сделаем? Хотя он пойдет, скорее всего, на инженера. Вот этот вот мелкий внизу пойдет на инженера, да ведь? И крышка ему. Выжили? Тогда адьюс. Так, идем сюда, сейчас мы его оглушим. Теперь подкрадемся чуть-чуть поближе, да, к нему, чтобы потом атаковать. Блин, не достаем, что ли? Давай тогда так сделаем. Надо подойти. Подойти вот с этой стороны. Атака. Одно хп осталось. Одно хп. В плане ты не достаешь. Твою дивизию не достает. Что он будет делать? Взрываться? Он хотел нанести кому-то урон, но ничего не получилось.
Так, хорошо, ребята. Двигаемся дальше. А дальше у нас демоны. Так, можно прокачать. Давай так вот сделаем с тобой. Демоны, значит, да, впереди. Нам бы хильнуться. Хотя, ладно. Побежали. А зачем я пошел на демонов, если мог пойти там, где ролим? Спроси вот меня. Действуйте осторожно, ребята. Нам не нужны обугленные герои. Да уж. Нам нужно с тобой как-то разобраться с этими сметателями огня. Сметателями огня. Для этого, наверное, мы сделаем с тобой... Так... Поставим сюда защиту. Идет, 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 идет. И снимает мне эту защиту. Паршивец, блин. Поехали. Началось. Паршивые метатели, а? Они еще поджигают нас. Они еще нас с тобой поджигают. Слушай, если я, например, встану сюда. Ведь должен, по идее, уничтожить его. Окей. Здесь. Здесь мы встанем с тобой сюда. А что ты, я не понял. В плане, блин. Чудной ты, конечно, малый. Так, вот эту вот песика застанем с тобой. Вулканчик. Что этот демон совсем оборзел. Совсем оборзел, который бросает у нас свой огонек. Давай сюда перейдем и, наверное, вот так вот. Все, доплился псина. Идем сюда и валим с тобой вот этого вот шитика. Ну и тут остается один демон. Не пробили. Ох ты. Видел, что он делает? Он может взрываться, оказывается. Будем это иметь в виду. Когда у них мало здоровья, один взрывается, другой превращается, фиг знает во что. Ну что, теперь мы идем с тобой. Тут какой-то маг стоит. Ты видишь? Что ему надо? Че ты не идешь-то? Наш путь преградил громадный валун. Ну, передвинем, попробуем. Угу. Мы с трудом отодвинули валун в сторону и двинулись дальше. А дальше у нас там маг. Путь к мосту преградил некий волшебник. Взглянув на нас, он произнес, чтоб на этот мост взойти, от загадки не уйти. На нее вы мне ответьте, и все сможете пройти. Послушать загадку. Сегодня я мал, но настанет мой день. И сбросив с себя оковы земли, покину я мрачный холодный свой плен. Что в себе крою? Только чуть подожди. Сбросив с себя оковы земли, я покину мрачный холодный свой плен. Холодный свой плен. Оковы земли. Слушай, наверное, это зернышко. Сегодня я мал, но настанет мой день. По-моему, это зернышко, ребят. Молодцы, верно, можете пройти. Вам счастливого пути, сказал волшебник, вручая нам приз. Путь свободен. Надо же, на шару угадали, ребят. Так, что мы с тобой можем здесь изучить?
Что это такое? Свиреп рычит, нанося урон и оглушая всех врагов в радиусе одного шестигранника. А что у нас здесь есть? Устанавливает высоковольтную катушку, ага, над пустым шестигранником, который атакует случайно врага во время каждого хода. Катушка работает бесконечно или до тех пор, пока не будет разрушена. Количество установленных катушек не ограничено. Вот так вот. Друзья мои, неограниченное количество катушек. Это как дополнительный боец у нас получается, да? Опять скелеты. Чтоб тебя разобрало, а? На тысячу кусочков. Горящий сюрприз. Проходя мимо озера лавы, мы с удивлением заметили два огромных расплавленных щупальца, приближающих к нам. Вдали мы увидели одного из сектантов, произносящих заклинания. А, разрушить чары попробуем. Наш точный выстрел попал в сектанта, заставив его потерять контроль над лавой. Он убежал в облако дыма, оставив позади некоторые вещи. Некоторые вещи, да, значит, оставил. Погнали дальше. Так, а тут-то что у нас? Интересно мне знать. Так, обижены, будто у собаки отняли кость. Хватит шуточек. Так обижены. Ну, я серьезно. Твою налево, блин, куча скелетов. Действительно, куча скелетов. Ну чё, пока будем стоять. А вот катушечку, пожалуй-ка, я поставлю. Опа. О, совсем другое дело, ребята. Так, иди сюда. Сейчас будем кидать и убивать. Так, мелкая пакость бежит. Угу. Ну, естественно, скелет хочет там подняться, подорваться. Давай-ка я поставлю сюда, наверное, защиту. Ну что, попробуем? Замечательно. Смэш. Иди сюда, постой. Угу. Закати губешки обратно. А чё, катушка Теслы работать сегодня не собирается? Стоп. Forever. Давай-ка мы вот этого скелета с тобой нокаутируем. Come on. Теперь сделаем вот так вот. А куда исчез скелет-то? Рассыпался, что ли? Сквош. Скелетом все не имеется. Так, раз, два. И все. Это была катушка Теслы. Да, недолго она тут, конечно, просуществовала. А вот это ты зря. Это ты зря. Блин. Давай-ка я вот так сделаю. Катушка, надо было в щупальцу бить. А мы вообще-то можем с тобой вот так сделать. Допустим. Блин, Геральт получил повреждение. Не трогать мне моего, блин, механика. Смотри, что творят, а? Геральт оглушен. Блин, ну давай вот так сделаем. Сразу двоих уничтожили. Вот тебе и скваш. Лети отсюда. Блин, погиб мой инженер.
Да чтоб тебе. Дело дрянь. Почему дрянь, ребята? Потому что сейчас... мне кажется, это пакость нас все-таки подобьет. Именно вот эта вот ведьма, блин. Еще хуже. Скелеты нас разобрали. Угу. Слушай, блин, дай-ка я, наверное, как-то попробую. Можно сюда как-то встать ее, дотянуться до нее, блин, или нельзя? Получается, что нельзя, да? Это сейчас кто-то встанет. Ёк-макарёк. Скваш. Только не трогайте катушку Тесла, пожалуйста. Это единственное мое спасение, блин, здесь. Так, щупальцу подвели. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Ну-ка. О, все. Друзья мои, нам кранты. Во-первых, мы с тобой встанем, во-вторых, щупальцы стоят, которые нас сейчас и уничтожат. Трэш. Просто трэш, друзья мои. Я не знаю, давайте, наверное, мы с вами остановимся на этом. Я просто не знаю, как тут еще быть. Наверное, нам нужно прокачивать наших героев до какой-то, я не знаю, заоблачной мощи и силы. И после этого только еще делать попытки. Или ставить уровень сложности изи. Тогда, конечно, мы с тобой здесь пройдем. Но неохота мне на изи-то идти. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.